Братишки, и всем добро пожаловать у микрофона, как всегда, Рамзес. Возвращаемся с вами по-прежнему в квесточку. Сегодня продолжаем играть на моем замечательном паблик-сервачке, эволюционный паблик. Онлайн здесь просто бешено, сегодня решил зайти поиграть здесь. Давненько не играл, не снимал для вас. И поэтому, друзья, получайте серийку такую. Давайте через меню випа сразу же калашик возьмем, денежки и все гранаты, и нас завалили. Блин, я отвлекся. Поиграем сегодня немножечко. Кстати, друзья, напишите в комментариях, как вам ее новое оформление канала. Да, я изменил, то есть, ну, напишите от 1 до 10. То есть, напишите оформление канала, допустим, 7, оформление канала 8, там, 6, там, ну, короче, оценочку от 1 до 10, ребят. Нравится оно вам или нет, ну, в принципе, я посмотрю, надеюсь, вам оно понравится. Так, в принципе, победили контртеррористы и КТшники, да. Вот, смотрите, раз, два, два игрока с привилегиями, я третий, за КТшников еще игроки с привилегиями есть. То есть, привилегии здесь также покупают, друзья. Очень годно, все круто, калашик возьмем и все гранаты, в принципе. Давайте также еще через менюшечку админа возьмем бесконечные патроны, тихий шаг, мега прыжок, денежки возьмем с вами. И вот так, также через менюшечку лорда включим бани, хоп, скорость, уменьшим разброс, линию за спиной сейчас поставим, давайте какую-нибудь, не знаю, буквы, наверное, вот. Ну, прикольно, кстати. Или нет, не буквы, вот, вот что-нибудь нужно поставить. Так, опа, одного завалили, нужно аккуратненько, ребятушки, аккуратненько. Ну, у нас, короче, вот такая вот трейл за спиной. Можем, кстати, на другой поставить какой-нибудь. Линия за спиной, вот здесь еще есть, типа, дым, кстати, смотрится офигительно. Только нам нужно будет изменить цвет, ребят, зажимом стреляем. Цвет нужно было бы изменить сейчас, линия за спиной, изменить цвет. Пускай будет такое, почему бы и нет. Так, сейчас мы смотрим аккуратненько. У нас же гранаты есть, флешки можем давать вот так с вами. Одну дали, вторую, блин, даю туда, фиг знает куда. Бросаем смог, давайте на плен. И, в принципе, откуда меня завалили, мне интересно просто. Вот, ребят, серьезно, откуда меня завалили, я даже не увидел, чтобы вы понимали. Так, ну, конечно, такое себе занятие. Давайте, кстати, цены на привилегии покажу. Цены чутка изменились, друзья. Вот пятерочку. Випка на месяц 100 рублей, на 2 месяца 200, навсегда 300 рублей. Випка админка на месяц 200 рублей, на 2 месяца 300, навсегда 400 рублей. Вип админ лорд на месяц 400 рублей, 2 месяца 500, навсегда 600 рублей. Потому что, друзья, онлайн здесь всегда топовый. Постоянное количество. Вот сейчас играют сколько человек. Очень много. Онлайн здесь фуловый всегда. Поэтому, друзья, решили изменить цены, потому что много игроков с привилегиями бегают, а так, чтобы чутка баланса добавить, повысили целые цены. Привилегии продаются через онлайн-сайт, киберриена.ру, ссылочка будет в описании, заходите на сайт, выбираете сервер, эволюционный паблик, пишите, выбираете привилегию, срок, пишите ник, пароль, оплачиваете любыми способами, Киви, Яндекс, Вебмани, там карточки любые, Visa, MasterCard, там с мобильного телефона, все что угодно, и все, после смены карты у вас появляется привилегия. Ничего сложного здесь нет. Так, давайте, короче, тогда мы сейчас по-новому с вами возьмем АВПшку. Не знаю почему, хочу с АВПшкой побегать, поиграть. Так, и сейчас поиграем, друзья. Так, нужно скины, кстати, будет поменять. Я, возможно, сейчас поменяю. У нас же бухопчик есть, я забыл. Можем вот так бухопить просто по красоте. Опа! Как вам, друзья? Вот как вам просто? Ну, с копчиком. Так, калашик здесь, кстати, вот такой красивенький валяется. Так, смотрим, смотрим. Опа, пацаны, я вас увидел. Так, ну, вылезьте кто-нибудь сюда. Так, сейчас мы посмотрим. Опа, простреливает паренек нас. Так, опа, сейчас мы его... Опа, убили, кстати, друзья, через стену. Убили через стену. Отлично, нормально, супер. Практически попал, кстати. Ну, реально, интересно играть, прикольно, друзья, однозначно прикольно. Давайте сейчас, короче, через магазин скинов. Я себе, у нас нож керамбит стоит. Я поставлю, не знаю, что. У нас керамбит капли крови. Давайте штык-нож мраморный градиент поставлю. Кстати, друзья, возможно, новые ножи добавим. Возможно, не исключено. Добавим новые ножи. Так, вот я себе какой поставил-то? Какой я себе нож-то поставил? Где мой нож? Вот, такой поставил нож себе. Быстренько броню закупим. Сейчас VIP-меню возьмем себе АВП-шечку. Все гранаты не будем брать. Возьмем себе... Так, ну, в принципе, ничего брать не будем. Побегаем так просто. Нормально. Вот, ну, привилегий очень много, друзья. Покупают пареньки, играют. Блин, я что-то паутинку уже собираюсь взять. Здесь же нету паутинки. Так, у меня, кстати, звание Сильвер 3. Давайте мы поставим себе через меню админа. Управление меню званий.
Так, добавить опыты. Себе добавим, где Рамзес. Опа, не знаю, сколько добавить опыта. Давайте 5000 опыта добавим себе. Добавил я себе, нет. Опыт, что-то 999 максимум можем. Окейушки, добавил. И у нас голд нова третье звание уже. Давайте еще раз быстренько себе добавим чутка опыта. Меню званий, добавить опыта. Рамзес 999. Так, с голд нова 4. Блин, ребят, ну, здесь на киллы, короче, вы копите киллы себе, убиваете, дефьюзите, бомбу ставите, бомбу. Так, опа, сейчас мы его быстренько, ребят, просто, опа, вот так на нож. Как мы, друзья, как мы просто всех здесь сейчас на нож будем брать. Давайте не туда зашел, я все путаю букву, меню званий, добавить опыта, Рамзес. Я не хочу себе выдавать звания, я просто хочу опыта себе подобавлять, Мастер Гвардиан. И давайте последний раз еще выдадим себе опыта и будем уже играть, наконец-то, будет круто, будет здорово и зачетненько. Так, возьмем, кстати, 200 хп можем брать и 150 брони. И просто сейчас мы полетим на плент, ребят, быстренько. Вот сюда на шорт, наверное, полетим, да? На шорт просто побежим. Не полетим, даже побежим. С бухопчиком еще можно. Вот так с бухопчиком просто. Так, опа, я понял, гранаты полетели. Нам нужно спрятаться. Ну, будем к Мастер Гвардиан первого ранга, в принципе. Калашом первым. Почему бы и нет? Потом, если что, добавим себе звание какое-нибудь. Крутое звание добавим. Так, смотрим, смотрим. Пацаны, вы где? Пацаны. Пацаны здесь есть? Нету парашютика. Парашютик же есть, все правильно. Так, опа, паренек. Где-то здесь был. Прострельчиком хотел я его завалить. Опа, убил я, ребят. Да, убил я. Я жесткий пацан, Так, все, нету КТ. А где КТшники все? Вот, завалили одного КТшника, бедненького просто. А где? Вот второй, сейчас мы его на нож, ребят, сейчас мы его... Опа, изи, просто изи, ребят, серьезно. Ну, посмотрите на онлайн. Онлайн реально зачетный, эволюционный паблик, 21 человек играет. Ну, блин, заходите, будем играть, чтобы нет. Вот весело, со скинами все пацаны, ну... Круто, вот, пацаны, видите, со скинами. То есть все зачетно, все годно, все круто. Поэтому, если будет желание, обязательно заходите, будем вместе с вами играть. Сейчас. Опа, практически попал. Практически, ребят, сейчас будем тащить. Опа, блин. Ой, отойдите, пацаны. Сейчас дядя Рома, ребят, просто всех растащит. По одного попали, кстати, батя просто тащит, ребят, вы посмотрите, он взад нас, наверное, скорее всего завалил, и поэтому так. Так, что у нас по скинам? Калашик, давайте посмотрим, АК-47, северное сияние у нас, не знаю, какой поставить, кровавый спорт, пустынный повстанец, давайте посмотрим его, да, давайте его поставим, не знаю почему, но давайте поставим его. АВП-шечку тогда, магазин скинов, где АВП-шка у нас, АВП-шечка Азима. Можем поставить. И горячие грезы. А горячие грезы 2000. Но она так себе смотрится. Я думал по-другому. Давайте Азимов, короче, поставим. С Азимом мы поиграем. Драгон Лор не хочу брать почему-то. Поиграем с АВП-шкой Азимов. Спецназ победил, кстати. Или можем, в принципе, выдать потом горячие грезы себе и с горячими грезами поиграть. И, кстати, на первом месте у себя в топе спецназами сейчас тащу просто. Просто сочно, круто, здорово, да. Давайте Калаши, кстати, вот. Взял пустынный повстанец. Он круто смотрится. И мне нравится, очень нравится. Так, сейчас попробуем обойти бэхопчиком. Просто, ребят, бэхопим. Так, аккуратненько. Так, оп. По зажимам просто. Мой зажим самый топовый, ребят. Я это знаю, можете мне не рассказывать ничего. Так, но мой зажим самый просто топовый в мире. Так, сейчас паренек выйдет просто. Опа, так, опа. Одного завалили. Так, идем сюда, ребят. Террористы победили, просто изи. Мы сейчас растащим, просто тащим. Счет 9-5, конечно, такой себе. Но, в принципе, грубо говоря, я на первом месте у себя, да. За терров играю. То есть нормально. Нормально, ребят, нормально, серьезно. Так, сейчас быстренько также бэхопчиком летим на КТ спаун, ой, на шорт, ой, на лонг. В смысле? А кто меня прострелил так? Ребят, что так жестко? Я вот этого понять не могу. Давайте меню лорда, редактор скинов, Рамзес. Выдадим себе штык-нож. Нож, завитки, водяной дух. Давайте его поставим. Так, с бабочкой здесь, огонча. Так, АВП-шечка, горячие грезы себе поставим. Все, и сейчас магазин скинов. Нож где этот? Керамбит, убийство, такс. Водяной дух. Опа, экипировать. Сейчас смотрите, какой нож, ребят. Бомба такая, смотрите, какой нож у нас красивый. Реально круто смотрится. И сейчас АВП-шечку возьмем. АВП-шечка в
Блин, я ВП-шку не изменил. Сейчас магазин скинов, ВП-шечка, горячие грезы, экипировать. Все, друзья, вот такая ВП-шечка у нас. Красивая, крутая, просто ножичек. Поменяли все, и сейчас бежим, бежим. У нас, кстати, калаш еще остался. Это годно, годно, годно. Сейчас попробуем с ВП-шки вынести какого-нибудь паренька. Я понял. Понял, пацаны, пацаны жесткие. Короче, пацаны не думают, не думают сдаваться. Так, с одного мы завалили. Сейчас, где второй? А где второй? Сейчас, друзья, второго завалим. Так, ну завалил. Короче, вот так, друзья. На этой ноте тогда будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилась данная серия, обязательно ставьте лайки. Вам еще раз цены на привилегии. Обязательно подписывайтесь на канал. Заходите на серочок, будем вместе играть. Все ссылочки будут, как всегда, в описании. Онлайн топовый, всегда играем здесь. Веселимся, да, друзья. Проводим хорошо свое время. Ну а с вами был я, Рамзес, все дела, друзья. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Пока-пока-пока-пока. Tell me that you love me.